заряжается этот магазин. Честно говоря, для меня это все еще очень ново. То есть вот эти патроны. И гильзы вперед. То есть надо как-то так сделать, чтобы он шел внутрь, понимаете? Как? Я еще не разобрался. Вот видите, вот эти патроны. У меня какой-то способ есть для знающих. Но я пока заряжаю вот так вот. Все очень просто. Конечно, не настолько удобно, если к обычным магазинам. Если есть какой-то свой ход. То есть, видите, вот здесь требуется все-таки придумать, как вот это нормально идет внутрь. Видите, выдавливаете вот так вот. И потом, насколько я понимаю, этот патрон идет вперед. Да. Ну, как говорится, надо учиться. Сегодня немножко 5,7. Вот пистолет, в нем 15 патронов сейчас. Мишенька не моя. Ну, что поделать. Вот предохранитель, да? Я его пытаюсь маленького паука там убрать. Ну вот, практически никакой отдачи. Очень приятный пистолетик. Пришло время карабину 5,7. Вот он такой вот, да? Ну что, сейчас в нем... Паучковые яйца разбивать. Честно говоря, я не вижу, куда я попадаю. Так что, наверное, сейчас найдем что-то другое место. Все, предохранитель. И сброс магазина вот это, насколько я понимаю. Честно говоря, последние несколько патронов отстрелял просто не целясь. Вот все неплохо. Ну что, 5,7, пистолет очередной раз. На чуть-чуть более дальней дистанции. По моим уже мишенькам. Вот у него предохранитель. То есть вот, в принципе, готово. Оружие не мое, заранее говорю, так что... Понятия не имею, куда попадаю. Еще один магазин. В горло попасть. Не очень удобный, я вам скажу, но...
Ну вот плечо, одно плечо, а теперь второе плечо. Хорошо, раз не попадаю по горлу, попытаться по плечу. И пистолет дымится. Ну что, немножко подумать. Кстати, вот здесь нужно быть очень аккуратным, потому что выше палец поднимать нельзя, и уже точно нагревается. Нагревается очень сильно. Так себе. 2, 3, 4. У меня все влево уходит. Не привык я к этому пистолету, конечно. То, что он не мой. Нормально. Вот хозяин карабина сам стреляет. Также он потом показывает на мишени. Что вы додумали, ему самое лучшее удовольствие, это только на самой дальней дистанции. Nice. Здесь, по-моему, 25. And that's a basic red up, too. Yeah, that was 75. All the way. У него получилось. Он не на сокол, он не стреляет. It is very nice. Ну вот, еще сейчас из карабина этого. 5.7 PS-90. Сейчас буду пробовать работать на... Сколько там? Умножить на 2 получается? Или не умножить? Тепленькая вещь. На предохранителе. Магазин. Вот так. Вот затвор. И предохранитель. Очень плохо видно. Сейчас вам скажу, очки запотевшие. Красная точка у меня вообще непонятно, что показывала.
Ну, вот вам результат. Вот. В принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Правда, гильзы летели все в меня, но, по-моему, вполне неплохо получилось. Вот так он, да? 16-дюймовый FN PS 5.7. Спасибо за внимание.